прибор не отбалансирован от грунта сейчас. Ну отбалансируй. Я не могу найти чистого места. Вон отойди в сторонку. Искал, не нашел. Ну, то есть, мы видим две цели. Железная и цветная. Вот это вот железо. А это цвет. Это сантиметров 10 разница. Сантиметров 10 друг от друга. Не знаю, кое-как это балансировалось. Вот смотри. Здесь вот видишь цвет. Здесь железо. Ну-ка, попробуй. Чистое железо. Чистое железо. Причем такое. Ну давай проверим. Давай. Держи. Мне кажется, здесь две цели. Ну у тебя сейчас по звуку что, цвет? Вот сейчас у меня железячка уже встала. Ну посмотрим сейчас. Посмотрим, что там к чему. Так, на лопата. Это что по звуку-то у тебя? Это железо. Там гвоздик. Кованый старенький. А где же цвет? Цвета нету. Может, он тут остался. Ну что, везде снимаешь? Снимай, снимай. У тебя на сколько там карт? Да, да, хватит. Нам на целый день. Так. Вот он. Проверим 40 сам. Так. Чешуя. То есть был гвоздик и чешуя у нас. Все, вырубаем. Подожди, давай найдем. Что делать? Сдвинул в сторону. А? Как алмазы трубку копаете. Кимберлит? Да. Ну куда ж ты делать? Ближе к себе просто. Ну вот же она. Ну вот же она. Ближе к себе бери. Ты сдвигаешь. Ой. Ой. Схватил. Вот она чешуйка была. Сейчас гвоздик найдем. Куда он делся? Вот он. Вот он был гвоздик. Вот было две цели. Железная и цветная.